Продолжаем выпуск. Многие из людей, ограниченных в своих физических возможностях, люди удивительной судьбы. Их мужеством и силой воли можно только восхищаться. Несмотря на трудности, они не просто умеют жить и выживать в порой неприветливом мире, но и ведут активную деятельность. Некоторые из них занимаются спортом, открывают предприятия, создают художественные произведения. Одной из таких личностей является Анар Мамытова. Несмотря на трудности, она создает своими руками удивительные вещи. А к этому искусству Анара приобщила общественное объединение инвалидов «Нахтыкумек». Подробнее о работе центра смотрите в сюжете. Творческая мастерская учит участников проекта работать с разными техниками рукоделия. В течение 10 месяцев они обучаются пошиву одежды, вязанию и вилянию у квалифицированных специалистов. Пришла в общественное объединение инвалидов «Нахтыкумек» по приглашению. Обучилась многому. Вот сегодня получили сертификат. И в дальнейшем вот валяние, вот на мне даже вот это валяние с помощью руководителя. Ну, конечно, я благодарна. Известно, что обучение ремеслам требует особой выносливости. Педагоги говорят, что работа с людьми с ограниченными возможностями особенно важна. Организация «Нахтыкумек» организована для инвалидов, которые хотят учиться, научиться шить, научиться рукоделию, вязанию, развивать свою моторику. Здесь они общаются между собой. И вот мы стараемся им давать больше и больше знаний по своим предметам. Я пошутию. Общественное объединение «Нахтыкумек» повышает интерес к жизни и укрепляет уверенность людей с ограниченными возможностями. В рамках государственного социального заказа ассоциация планирует в наступающем году обучить еще около 20 людей. Асимжан Джузбаева, Гостриханказы, Галмжан Исимбаев, Айхнахпарат.